твой кореш брал в баксах. Пусть в баксах и отдает. А ты откуда такой бус? Поэт я. Реже! Ты стихи свои сочиняешь? Но ровных пацанов не забываешь, да? Поэт в России больше, чем поэт. Хочешь оставаться вот таким молодым неизвестным? Вперед. Давай подборку стихов твоих сделаем и в знамя отправим. Найди работу. А стихи мне когда писать? Тебе из знамени звонили. Прошу вас приветствовать лауреата в номинации «Поэзия» премии «Антиникер 99» Бориса Рыжего. Поэт должен слушать музыку времени. Нравится она ему или нет. Вы же у нас теперь новый Есенин, гений современности. Я могу без стихов. А он не может. Он нас больше не любит. Нет, он нас любит. Говорят, что поэту нужна трагедия. А трагедия поэта в том, что он поэт. Это абсолютно новый взгляд на ритуальные услуги. Мы не говорим о смерти. Мы говорим о вечной жизни.